кучу. Во! Призрак сорвался с крыши! Да. Красавчик! Обращается, смотри, он отражается. Ох ты! Как он повернулся? Она идет на нее! Криво, гляньте! Кто это? Вау! Кто это ползет? Ползет кто-то! Да текайте, что вы там ходите? Они опять вернулись. Ох ты! И ребенок его видит, а мама не видит. Мама поворачивает камеру. Вау! Его тень! Нет, смотри, вот его тень. А вон вторая тень идет за ним. Девочки куклу подарили, она с ней фотографируется. Все руки на месте. Вау! Не, ребята, ну такое не подстроишь. Это реально скрытая камера снимает полтергейста. Глянь, он зеркало, он кидает в зеркало, смотри. Взял и кинул. Опа, еще раз. Так, ребята. Да смотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Ведьмы и загадочные существа. Снятые на скрытую камеру. Всем привет, друзья. Шинканай. Валерий Шкай Геймс. Ребята, вот ведьма полетела, смотрите. Этот сюжет был заснят в Мексике в 2006 году. Смотрите, она в настоящей ступе летит. Ой. Напишите. Вау, кто это? Девочка. Девочка на дороге стоит. Машина ее светила фарами, не может проехать. Она как-то идет. Она идет на криво. Нее. Криво, гляньте. Криво. Ребята, ведьмы это женщины, которые продали душу дьяволу и имеют возможность летать и всякие колдунства устраивать. Ушла. Короче, она решила не догонять на машину. Палочку. Ушла в лес. Так, ребята пробрались в какую-то заброшку. Что они тут будут искать? Ну? Это утром хоть? Это днем, да, видишь, это день. Заброшенное здание какое-то разрушенное вообще. Ну, недоразрушенное. Зачем мы сюда пришли? Ну? Вау! Улетела, видели, друзья? Что это было? Напишите, кто из нас сегодня сказал больше раз вау и сколько раз ты сказал. Обалдеть, она улетела. Так, на крыше девочки снимают. Какой-то сюжет, наверное, для лайка или для тиктока. Что это? Вау, призрак сорвался с крыши. Да. Она бросила телефон и убежала. Призрак? Тут когда-то, видимо, погиб человек. И это его призрак. Такое, ребята, нельзя подстроить. У меня ж мурашки бегают. Глянь, срывается человек с крыши, летит вниз. Руки бросает. Это не кукла. Это реальное привидение. Так, что дальше? Опять пришли на заброшенный. Заброшенный дом, заброшенные машины, фары побиты, двери. А вон все малиной поросло. Заходят. Зачем? Силуэт человека. Кто это? Да текайте, что вы там ходите? Они опять вернулись. Ох ты! Старуха! Какая-то в капюшоне. Сделать. Это можно сделать. Я согласен с Лерой полностью. Это можно сделать. Воу, камера стоит. Человек снимает. Фонарь поставил и камеру. Кто это? Вау. Это не человек. Это. Гляньте, какие у него руки длинные. И глаза светятся. У человека не светятся глаза. Кто это? Это кто-то страшный. О, убежал! Он убежал! Это кто-то держал камеру. Все-таки держал камеру. Так, ну дом ночью. Что будет происходить? Снимают с соседнего дома. Кто это? Вау! Кто это ползет? Ползет кто-то по дому, как Человек-паук. Ну это плохо. Куда-то залазит в какое-то окно. Такое нельзя сделать. Очень круто. Страх вообще. Залезла в окно. Вот. Залезла в какую-то квартиру за угол. Чудо-юдо. Так, друзья, так, скрытая камера идет. В магазине. Идет. Во, тень прошла, видела? Да. О, сами фрукты попадали сами. Это полтергейст. Да, это полтергейст. Ребята, полтергейсты это такие разновидности домовых, которые двигают предметы и нагоняют жути на хозяев домов, магазинов и прочего. Да, видела? Прошло что-то. Тень была в углу черная, видела? Двигается. Ничего себе. Скрытая камера показывает нам разные комнаты. Апельсинка покатилась. Чего-то вдруг. Если еще бутылка разобьется, я буду... Дверь, смотри! Она от ветра или кто-то... Ее кто-то дергает. Кто-то дергает дверь? Тут никого вроде нету. Да? Друзья, о, опять тень прошла. И сейчас такой, типа, снимают всю камеру, все медным тазом накрывается.
Все попадало, друзья, и все. Опа, дверь открыла. Ну, это можно сделать. Это спокойно можно сделать. Да. Так, что будет происходить? Опа, шкаф открылся. А вот шкаф уже... Там кто? Никого вроде. Обычный шкаф. Открылись двери. Пиджак двигается. Ну, это либо кто-то в шкафу. Ветер. Либо ветер. Не, ну, ох ты, ветер. Это не кто-то в шкафу. Либо видишь, кто-то. Не видно, ноги чьи-то торчат. Да? Ну, могло быть подстроено, согласен, друзья. Закрыли шкаф. А подвигали. Короче, ребята, либо призрак у нас выбирал, в каком костюме ему пойти на свидание. Либо что-то, ребята, либо это кто-то подстроил. Я поняла, это кажется. Фейк. О, смотри, девочка, говорит, мама, смотри, за твоей спиной стоит дядя. Да что ты рассказываешь, дядя умер наш 3 дня назад. Да нет, мам, ты смотри, там никого нету. Мам, я серьезно, я его вижу. Дядя, наш дядя, который погиб 3 дня назад, он стоит за твоей спиной. Посмотри еще раз. Что, оборачивается? Посмотри, ребенок его видит, а мама не видит. Мама поворачивает камеру. Вау! Увидела! Друзья, погибшие люди до 9 дней находятся на земле. Их души еще не улетают на небеса. Поэтому они ходят призраками по нашим домам и по нашему миру. Вау! Выглядывает, кто это. Плохо так видно? А ну, опа! Остановили камеру. Круто! Вот камера снимает. Так, скрытая камера ночью. Снимает. Время идет. Время идет. Оу! Ну такое, ребята, не подстроишь. Это реальное привидение. Пошла какая-то. Зашла в дверь, ушла в другую дверь. Либо так. Призрак просто не знал, как в туалет зайти. Ну, наверное. Так, полицейский остановил машину. Что-то заметил на полу. Что-то туалет. На полу лежит, в луже. Ох ты! Это змея. Кину, это не змея, это что-то не пойми шо вообще. Это змея. Змея? А змея накинулась. Ничего себе. Так, мальчик идет по коридору. Снимает камера. Ну, что? Кот такой, бац. Ох ты! На него напало что-то. Ударило его. Лянь, тень отбрасывает. Его это тень. Черное что-то. Он не может выкарабкаться. Это его тень. Нет, смотри, вот его тень. А вон вторая тень идет за ним. И исчезает. Друзья, девочки играют, девочка играет в куклы. Ну и что будет? А с куклами прям... Ох ты! Повернулась, а, блин! У нее пальцы все на месте, смотри, она не может двигать... Сама. Да блин, я ушла! Сама. Мальчик смотрится в зеркало. Зеркало. Мама снимает его. Я такой красавчик! Обращается, смотри, он отражается. Ох ты! Как он повернулся? В него кто-то вселился, смотрите, он в зеркале не отобразился с опозданием. Друзья! Ничего себе! Он уже повернулся, себе. И зеркало только повернуло. Ребята, жестяк вообще. Так, смотрите. Стоп, смотрим. Ох ты. Поднимается что-то. Вау! Мужчина снимает полтергейста в каком-то, на какой-то стройке. Час спустя он уже ушел. Смотрите, полтергейст начинает двигать предметы. Начинает, короче, фестиваль. Все ушли, можно, короче, победокурить. Сейчас будем все разбрасывать. Ох ты, коробочки. Бля, катает шарики, двигает арматуры. Коробочки. Причем за нитку его никто не дергает. Так, мальчик гуляет по крыше. Что будет происходить? Ох ты, кто его ударил? Ты заметила? Нет. Или не заметил? Присмотрись, черная появилась. Его кто-то ударил, под затыльником удал. Ничего себе. Шел отсюда, не гуляй по крыше. Так, девочки куклу подрели, она с ней фотографируется. Все руки на месте. Вау! Ничего себе! Ребята, наша прошлая серия... Как обычно, полтергейсты начинают творить бардак. Начинают фестиваль на кухне. Ребята, мы снимали прошлую серию про скрытые камеры именно касаемо кукол. Как куклы оживают, обязательно посмотрите. Что происходит на кухне ночью? Не, ребята, ну такое не подстроишь. Это реально скрытая камера снимает полтергейста. Глянь, он зеркало, он кидает в зеркало, смотри. Взял и кинул. Опа, еще раз. Ну как можно кинуть на веревочке банку в зеркало? Никак. И они создают шум специально, чтобы пугать людей. Смотрите, они тарахтят всеми предметами. Этими, вот сейчас он тостерами тарахтит, дверями хлопает.
какой бардак наводит, жесть вообще, что творится. А когда хозяева, наверное, приходят на свою кухню, они видят нечто. Он еще пошел в туалет сходил вообще. Жесть, друзья. Ох ты. Я не думала, что призраки могут сходить в туалет. Ничего себе. Ля! Бутылка по воздуху. Та-та-та-та-та. Капец, это мальчик пошел. Толкнул его кто-то. Вон, опять стоит. Тень, смотри, что-то черное. Тащит его за ногу. Тащит, он не может сам. Беги. Мальчик сам себя за ногу не потащит, друзья, никак. Так, ребята. Алимран. Это гном был? Ребята, домовые, они очень маленькие. Ай, не надо. Кто там? Оно встало. Кто это? Ох ты. Беги, беги. Что? Как она лезет по абсолютно гладкой трубе? Это невозможно. Это сделать. Призрак. Смотри, вон она идет. Она идет, реально. Окна закрыты. Стоп! Во! Кто его тащит? Его стащит демон или это демон? Он как паук, смотри, улетел. Маму, папу, его кто-то держит, друзья, или что-то. Какая-то сила ему не дает свалиться. А прекрати прикалывать, Таня. Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые странные существа. Снятые на скрытую камеру. Всем привет, друзья. В нашем канале Валеришка Геймс. Напиши, кто из нас сегодня больше рассказал вау и сколько раз ты испугался. Ну что, такого ты еще не видел. Скрытые камеры. Поехали. Что тут такое? Девочка. Так, девочка, дверь. Почему нам показывают дверь? Что за ней будет? Снимает себя девочка. Кто это там? Бля, у меня аж мурашки. Ох ты! Она пошла куда-то. Она получала. Они сбежали с дома. Девочка сбежала с телефоном или тот, кто ее снимал, убежал с камерой. Он убежал из на дома. На улицу. Да, реально. Снимает окно. Свое вон окно. Она. Смотри. Вон она. Там же, по-прежнему. Так, ребята играются. И, ну, друзья, ну переодеться можно было, в принципе, да? То есть в предыдущем видео. Мне кажется. Так, ночью. Заснули. Что ночь. Камера скрытая, снимает. Как дети спят. Что будет происходить? Окна закрыты. Стоп! Во! Кто его тащит? Его стащили с... Это он не сам, смотри, его кто-то тащит. Его кто-то стащил с кровати. Кто? Смотри, никого нету рядом. Никого нету, веревки нету, ничего нету. Причем наверняка он наутро ничего не будет помнить, друзья. Как он оказался на полу. И он не отталкивается руками, это не он сам делает, это какая-то сила его тащит. Видишь, у него просто руки лежат, он спит. Так, женщина умывается. Вон, смотри, на полу что-то лежит. На полу что лежит. Вау! Кто ее толкнул? Ребята, смотрим замедленно. А ну, еще разочек. Кто же ее толкнул? Замедленно смотрим. Тень. Видно тень? Да, вот, приближается к ней тень. Да, да, вот она. У меня аж мурашки, друзья. Обалдеть. Угу. Ничего себе. Ребята, в мире столько всякого загадочного и мистического жестяк. Так. Обычная камера ночью. Нет, это камера, это с камерой мужчина ходит. Только почему-то темно везде. Он услышал какие-то звуки за дверью. Он подходит к двери. Может, не надо открывать? Не открывай, не надо. Кто там? Ванна? Или... О, сидит кто-то. Или то просто вещи лежат. Кто-то сидит, какой-то... Это призрак? Глянь, он наполовину прозрачный. Сквозь него стена отображается. Решил уйти. Че, вернешься? Да ну, уходи! Не возвращайся туда! Не ходи туда больше! Вау! Оно встало! Текай! Беги! Ничего себе, кто это? Друзья, можно ли такое подделать? Наверное же можно. Можно, по идее. Так, смотрим. Детская комната. Стоп! Манеж. Стоп! Ребенок вылазит. Как такой маленький ребенок может вылезти на руках с манежа? Сам вылазит. С
становится на ноги. Зовет маму, папу, его кто-то держит, друзья, или что-то. Какая-то сила ему не дает свалиться. Дети так не могут держать равновесие, они еще не ходят с такого возраста. Они еще маленькие. Они еще не могут стоять, им даже вообще пол, они только ползают. Ну, о, воу, его отпустили, и он упал. Хорошо, что не высоко и на мягкое. Друзья, жестяк вообще, кто это был? Ребята, знаете, почему призраки с детьми чаще всего общаются? Потому что дети не могут взрослым еще рассказать, они еще говорить не могут. Так, ребята наши спят. Два больших мальчика делают? Два взрослых, нет, два взрослых мальчика, парня, мальчика. Ночует просто. О, дверь открылась. Дверь! Это... Дверь открылась. Ну это, в принципе, можно поделать. Ну можно с ноги дверь открыть, да. Не, вверху там... Да, можно там с ноги вот так вот кто-то толкнул и быстро убежал. Что будет? Воу. Стоп! Ноги поднимаются. Ну сам, в принципе, поднять может. Это, я думаю, несложно поднять самому ноги. Ну да. А вот это сложно, друзья, его кто-то тащит. Глянь, вниз головой поднимает. О-о-о, он брыкается, он уже проснулся. О нет, брось, пусти, кто это такой? А друг его спит, ничего не слышит. Алло, алло, братан, меня чуть тут только что призрак не похитил, а ты там дрыхнешь. И он поворачивается, никого нет. Так, мальчик опять спит. Еще одна ночь. Шторка. Да, штора. Парень повесил скрытую камеру, ребята, у себя в комнате и лег спать. Штора отодвинулась. Ну, в принципе, это можно подстроить. Ну, от ветра что-то... можно отодвинуть, да. Кто там? Там кто-то подошел с длинными волосами. Девочка в белой рубашке. Что? Ух ты, что-то такое было возле камеры. А что там мелькнуло? Нет. Одеяло поднимается. Оно само поднимется. Ну, блин, что? Улетело одеяло, убежала простыня. Жестяк. Друзья, жесть какая. Простыню это легко, можно ее подстроить, поднять и убить. Так, друзья, камера скрытого наблюдения, никого дома нет. Дома только две собаки. Что будет происходить? Дверь. Ну, в принципе, ее можно открыть. Да, дверь можно открыть. Открылась. Это получается шкаф. Да, или входная дверь, или это прихожая вообще, что это такое? Ух ты. Ух ты. Стоп! Сама. Ну так не... Ну, открыто, ладно, ну закрыть. Ну, в принципе, из-за клетки, видишь, никого не видно. Там кто-то сидит точно и сидит, закрывая дверь. Ну, так может, это вообще не человек? Может, это полтергейст? Вы же смотрели, друзья, с вами полтергейстов, что они творят? Ну и... Вау! Салфетка улетела. Вот это вот построить. Вот это круто. Нельзя. Вот это... Бля, сбой в камере. Сбой в камере произошел. Где собаки? Собаки, куда смотрят собаки? Они смотрят мимо камеры, они смотрят на стену, на потолок. Там кто-то на стене или на потолке. Собаки это чувствуют. Наверное, это... Собаки же, в принципе, собаки, они видят призраков. Они... Так, друзья, следующий наш прикол. Что это? Где мальчик идет по тоннелю. Звук какой-то. Это он сказал. А, это он переспросил, кто это. Ох ты! Беги! Беги! Кто это был? Там кто-то был. Да, там были чьи-то. Ну, в принципе, это подстроить можно. Можно, друзья, можно, друзья. Ну, нафиг лазить по тоннелям ночью в темноте? Вот не могу понять вообще. Так. Это люди тупые. Люди едут на машине. Кто-то стоит на дороге. Невеста. Невеста ночью на дороге. Чего она тут делает? Не берите ее, проезжайте мимо. Ля, у нее лицо белое. Воу! Вот это, ребята, реально призрак был. Ну это можно подстроить. Просто так не... ты видела, как они заорали в машине? Стоит ночью посреди. Ну можно, наверное, ну, да. Девочка. Так, девочка. Что? Опа, свет. Тень прошла, видела возле двери? Да. Свет потух зажегся. С ней подруга сидит рядом. Они снимают какой-то видосик для ТикТока, видимо. Нет, это идет прямая трансляция. А, прямая трансляция, лайк или где? Это в Инстаграме идет прямая трансляция. А что с девочкой со второй? Подруга сидела за компьютером. А что на голову опустила? Короче, после того, как потух свет, что-то начало происходить с ней. Эй. Подруга, ты живая там? Говорить можешь? Могу. Ляна, кругу. А что с ней? Ребята, такое ощущение, что в нее вселился кто-то.
Слышишь, да не прикалывайся, давай, вставай. Давай это, не выделывайся. Ого. Ну, в принципе, это сделать можно. Да можно. А ну, сейчас, она в сумке ее ковыряется. Ну а зачем она бы ковыряла свою сумку? Она хочет ее телефон найти, позвонить, наверное, ее родителям. Да прекрати прикалываться, Таня. Жесть, все хорошо, на свой телефон забирай, выключаем видео. Стоп! Так, друзья, а это получается на чердак, выход на чердак. Муж полез на чердак, жена его зовет, говорит, все, спускайся, хватит там ковыряться, лазить. Короче, там что, кто-то завелся у них? На чердаке, это реально чердак своего дома, друзья. Кто-то... Стоп, о! Воу! Там кто-то есть! О, вылезла чуть-чуть. Не хочет, короче, впускать, освобождать чердак для хозяев. Я, говорит, я там буду жить. Пошли отсюда все. Так, стройка какая-то или что это такое? О, ой-ой-ой. Стопэ, шел кто-то. Побежали. Тикать сразу, перепугались. Смотри, вон она идет. Она идет, реально, ребята. Я бы тоже испугался и убежал. Жестяк. Ну, в принципе, это все можно. Так, смотрим дальше. Море. Это, ребята, наводнение в Майами. Как было, шторм. Куски летают чего-то. Что тут у нас будет происходить? О, ля, кто-то большое. Что это такое? В небе, между водой и горизонтом. О! Это как эти, большие какие-то пришельцы, что ли? Непонятно. Стоп! Девочка в школе. Или где она? Что? Как она лезет по абсолютно гладкой трубе? Это невозможно. Это сделать. Призрак. Глянь, она без ничего, она просто в платье. Она как паук. Глянь, руками, ногами хватается. Причем за гладкие поверхности. Кто это? Ребята, кто это сидит на дереве? Призрак. С крыльями. Смотрите, это как какой-то демон или это демон, он как паук, смотри, улетел. Это с машины снимали люди. Ничего себе. Сидел на дереве, это не птица, это как человек, вот именно человек с крыльями. Причем, если бы это были приделанные крылья, он бы не взлетел. И с какими-то еще... Ну, ногами паука, а вот так он, смотри, взлетает. Да, вот они его снимают, приезжают, он взлетает. Он улетает. О, ребята, жесть! Это не лестница, это просто труба! Ой! Он увидел его! Ребята, они такие на удивление спокойные, он несется за ними! Ребята, уезжайте! Тапку в пол, топите! Он их поднимает! Ребята, получается, он просто занимается тут фотосъемкой у себя на дому. А что у меня там в картине? И чего? Вау! Кто это? Ну там никого на нету. Посмотрел на свою настоящую комнату. Он... Че там? Эта камера приняла сигнал с квадрокоптера. Воу! Ничего себе! Беги! Чтобы потом рассказать людям, залез на холм. Дорога. А где сирена? Вот она! Дружок, ты... Вау! Фоточка. Получается, вспышка сработала. У меня пробежало 100-500 мурашек. Такое вот странное. Очень странное дерево. А где сирена? Такое гладкое. Это он! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Существует ли сирена в голове в реальной жизни? Всем привет! Привет, друзья! Валеришка Гейм! Сегодня мы с вами ответим на этот вопрос. Поехали, самые крутяцкие истории про сиреноголова, да, в реальной жизни. Так. Напишите, кто из нас больше рассказал вау и сколько раз ты или испугался. Пугался. Поехали! Итак, не пугайтесь. Ребята едут, смотрите, им по радио передают, будьте осторожны в этом лесу. Вот, смотрите, это их локация зеленым получается, а красным это кто? Это он? Это неопознанный объект, который движется параллельно с ними? Или что происходит? Они едут. Они, получается, охотники. Траектория пересекается. Опасность. Внимание. Ребята! Остановились. Ребята, мне даже знаком, кто это. Они, походу, хотят его заснять.
Или они куда-то приехали рыбу ловить? Или что происходит? Почему они приехали на этот пруд? Рыба. А, они проверяют локацию. У них специальная аппаратура. Они хотят его заснять с квадрокоптера. Ребята, давайте посмотрим. Смотрите, они его запускают, камеру с пульта. Все, полетел. Ребята, это как сталкеры за сиреноголовым. Они хотят заснять эксклюзивные кадры, наверное, для фильма или для чего-то еще. Так, они получили сигнал с квадрокоптера. Он движется в сторону локации, где отмеченной красной точкой. И что, ребята, будет происходить? Засекли! Это что, он? Это реально сирена? Я думаю, я вижу что-то, один пишет. Ага, простраивается изображение. Да, ребята, похоже на него. Во, а нет, это столб. Эй, это не он. Что это за это просто обычное дерево. Так, а ну подожди секунду. Я что-то вижу. А ну опусти вниз. Он падает вниз. Камера начала. Ребята. Ребята, они что, квадрик их не сбили? А что случилось? Почему он упал и потерял сигнал? Камера начала давать сбой, когда увидела сирену. А, скорее всего, он нарушает их сигнал. Проверка локации. Один ушел куда-то. Куда он ушел? Он оставляет телефон. И чё? И чё, тоже пойдёт? Включает прям запись с ноутбука? Птицы, смотрите, спускаются вниз. Очень странно это. Это означает к дождю. А куда пошел второй, интересно, ребята? Давайте смотреть. Слышал звуки. Пошел. Пошел проверять компьютер? И что там? Это камера приняла сигнал с квадрокоптера. Воу! Ничего себе! Беги, дружище, что ты стоишь? Беги изо всех сил! Да фиг с них с той машиной! Ребята! Я этот, машину не отдам! Есть, машину не отдам! Да куда он тут так быстрее сможет уехать? Так сиреноголовый же быстро бегает. Ну давайте смотри. Друг, забери меня! Меня забирай! Тебе что-то удалось заснять? Я на складе копов. Он за мной! Срочно садись! Поехали! Валим, валим, валим! Ребята, они такие на удивление спокойные, он несется за ними! Ребята, уезжайте! Тапку в пол, топите, топите! Он их поднимает! Вау! Жестяк! Они выжили, интересно, после такого удара о землю? Живые! Да, живые! Выкарабкиваются! Открывай дверь! Двери заклинило! Что? Получается, приплюснула дверь, они вылезли оба. Живые? Да, выползают. Ребята, доставайте ружье! Так у них, наверное, нету. Один встал. Зачем встал? Ползком в лес! Уползать срочно! У него что-то со зрением. Вау! Друга схватил сирена. Орет на него, сиреной дует. Ребята, ничего себе, выкинул. Беги, дружище! Да ползком в лес! Он с такой высоты упал, друг. Он сдохнет. Не знаю. Давайте смотреть. О, такая спрятался вот за деревом. Дерево. Ребята, прям как мы в играх про сиреноголового. Тут только это все происходит в реальной жизни. За деревом. А что такое дерево такое вот странное? Очень странное дерево. А где сирена? Такое там гладкое. Это он! Это его нога! Ой, простите, я ошибся. Все, друзья. Напишите, какая история была сегодня самая классная, кто из нас больше раз испугался и сколько раз ты. Следующая наша история называется «Полароид». Давайте смотреть, что будет Polaroid происходить в ней. А что это такой фотоаппарат был раньше, который делает моментальные снимки. Смотрите, парень, видимо, фотограф. Он обрабатывает изображение, складывает их в какие-то картины. И вот он достает, так, по ходу изображения. Короче, разбирает какую-то коробку. Сегодня очень крутяцкие истории про сиреноголовых. И не только. Находка. Оставайтесь с нами. Поддержите лайком это видео. Смотрите, да, нашел Polaroid. Это фотоаппарат моментальной съемки. Случайно нажал. Снял. Он сфотографировал. Что он сфотографировал? Просто свою комнату, наверное. Смотрите, моментально проявляется фотография. Ну, никого нету. Ну, листик. Давайте сфоткаем. А, ему что-то показалось. Он там что-то увидел. А, он начинает просто снимать свою комнату. Вот, там. У него какая-то мини-студия дома, ребята. Получается, он просто занимается тут фотосъемкой у себя на дому. Так. Да, что у меня там в картине? И чего? Вау, кто там? Камера засняла того, чего не существует. Как раз он стоит возле окна, рядом с лампой. Ребята. Он в шоке. Он в шоке. Но посмотрел, там никого нету. Посмотрел на свою настоящую комнату. Он осматривает комнату, там пустота, там никого нету. Но камера засняла там какое-то существо.
Парень, можете уйти вообще? С этой комнаты, вообще убегай с этой квартиры! Ребята, жесть вообще, что творится, у меня уж мурашки бегают. Еще раз решил. Еще раз попробовал. Фоточка. Получается, вспышка сработала. У меня пробежало 100-500 мурашек. Да, вот там кто-то есть, и он смотрит на свет. Он стоит к нему спиной, полуразворотом, и смотрит на его лампу. Значит, его привлекает свет и вспышка, наверное. Что он будет делать? Лера, как ты думаешь, что он будет сейчас делать? Он пойдет проверить это место? Он подойдет к нему? Ты дурак? Ребята, жесть. Дружок. Я бы не ходила. Меня здесь нет. Сблизи. Вообще капец. Ребята, в упор фоткает. Он хочет его лицо заснять. Но он вроде не появился в этот раз, да? Давайте смотреть, проявляется фотография. И кто на ней? За свет. Никого нету. Или есть кто-то? Вау! Он исчез. Камера упала на пол. Он просто пропал. Исчез, ребята. Его, получается, этот монстр похитил. Так, смотрим дальше, друзья. Следующая наша история. Называется как? Река или озеро? Не знаю, без названия. Давайте смотреть. Парень камушки бросает, лягушек делает. Ну, это все у нас любят блинчики пускать. Особенно, да, блинчики пускать. Так, что такое? Телефон. Позвонил кто-то. Говорит, хватит блинчики пускать, валим отсюда. Нашел занятие блинчики в лесу пускать. Дурачок, что ли, совсем? Берет свой... Листик. А что это такое? А его там... В этом лесу сиреноголовый. За настоящее фото много-много долларов. Короче, если вы сфотографируете сиреноголового, то вам будут деньги, получается, дадут. Давайте смотреть. Он что, реально пойдет за ним охотиться? Так, он собирает свои вещи. Кровь. Это чья-то куртка или это его? Это его. Его? А откуда там кровь? Нет, непонятно. Это походу чья-то. Другого. Это не тех, случайно, ребят, которые на машине тут катались? Из первой серии нашей истории, друзья. Какая история сегодня самая крутая и страшная? Напишите нам в комментариях. Так. Он что-то слышит? Он что-то видит? Да вроде никого нету. Тишь да благодать. Звук начинает появляться. Или что? Пошел охотиться на сирену. Так он даже без телефона в руках. Он просто ходит. Ребята, гуляет. Как это? По бульвару. Нашел что-то, кроссовок. Он находит чьи-то вещи. Кто-то здесь был до него. И, видимо, кто-то хотел заработать денег на том, чтобы сфотографировать сиреноголового. Но не получилось. И его вещи раскиданы по всему лесу. Он следит за ним. Но он же не видит. Он, получается, ориентируется только по звуку и по эхолокации. Он его, походу, не замечает. Но сирена пошла. Парень, ты что? Не ходи туда, дружок! Ребята! Ползет к нему прям. Вообще жестяк. Он хочет, наверное, заснять его близко или посмотреть, просто посмотреть, чтобы потом рассказать людям. Залез на холм. Дорога. А где сирена? Вот она! Дружок, ты как раз в тему пришел. Прям вот как раз в лес, где надо. Беги, спасайся. Он на вышке, а как он с нее спустится? Там лестница. Сирена выше любой вышки. Сирена идет за ним. Да, там лестница. Он пытается по ней слезть. Ребята, жесть! Это не лестница, это просто труба. Ой. Он увидел его. Блин. Вау, беги! Спасайся! А как же настоящее фото сирены? Уже не передумал. Так он, наверное, у него и телефона-то с собой, наверное, нет. Или он достать его не успел. Он вообще с вами в трансе бежит. Потерял. Сиди тихо, не высовывайся. И главное, не шуми. Кто там? Там чья-то рука была или что? Вау! Да, его засекли! Беги, дружище! Спасайся! Ух ты! Стена! Куда бежать? Труба! Вау! А где сирена? И что? Он его ранил, получается? Но он еще жив. Нет. Нет уже? А где сирена все? Ушла? Не знаю. Вот она! Ребята, несколько часов спустя
Видимо, его засекли полицейские и едут сейчас его спасать. Сирена на дороге становится. На дороге полицейская машина. И все. Ребята, поддержите лайком это видео. Какая история была сегодня самая крутая? Кто из нас больше раз испугался или сказал вау? И сколько раз ты? Ребята, смотрите все новые серии на наших каналах. Все ссылочки в описании. Скоро будет на Валеришке Макс. Очень классная серия, не пропустите. Ведь мы стараемся только для вас. Потому что вы у нас кто? Самые лучшие. И потому что мы вас всех очень любим. Всем пока-пока.